общественные деятели решили проводить мероприятие 31 числа именно на пересечении с Виноградова Дзержинского, потому что не все могут поехать в то место, которое назначила власть, далеко находится от города. Тем более все митинги, шествия адресуются тем органам, которые участвовали в репрессиях, которые участвовали в подавлении инакомыслия. И, казалось бы, самым нормальным местом это место, которое находится рядом с органом, который участвовал во всех этих репрессиях во время Советского Союза и в нынешнее время. Когда оппозиция меняемая, нормальная, которая может поговорить с властью, которая предлагает оптимальные решения, хочет участвовать в принятии этих решений, принимает все меры для того, чтобы общество участвовало в государственном управлении. Все это подавляется в течение всей независимости Республики Казахстан. Поэтому обращаюсь и к властям города Алматы. Это не митинг, а собрание общественности абсолютно мирного характера. Мы никаких экстремальных лозунгов, выкриков, свержения власти и тому подобных вещей говорить не будем. Мы придем почтить память тех, кто пострадал от репрессивных режимов Советского Союза и нынешнего. Тем более в городе Алматы, во всех поселках, аулах стоят памятники батырам. Казалось бы, мы наследники этих батыров, должны каким-то образом почтить их память и соответствовать им. Видимо, мы измельчали, видимо, мы боимся того, что было. Раз мы боимся, значит, мы не вправе называть себя наследником этих батыров. И призываю всех забыть свои разницы, межпартийные несогласия сторон, принять участие в этом собрании для того, чтобы почтить память и сделать все для того, чтобы эти истории не повторялись.